Всем привет! Сегодня я хочу показать репортаж. Это Алексей, наш друг, и две его собаки, хаски. Вот. И сегодняшний наш репортаж пойдет в поддержку Хасявочки, все ее знают. На данный момент Алексей со своими друзьями приехал поддержать Хасявочку, то есть больше внимания оказать, чтобы она почувствовала себя в жизни нужной, важной и тому подобное, и так далее. В общем, на данный момент в этой клетке, сейчас сидит кошка. Вот. Алексей, могут ли собаки, допустим, выполнить команду места, если им сказать сейчас, усадить их на место, чтобы они остались? Это хаски, бытует мнение, что хасок невозможно дрессировать. Мы сейчас прекрасно видим, как они выполняют команду и остаются на месте. Алексей отошел в сторону без проблем. В принципе, собаки находятся на месте и ожидают команду. Поэтому на данном моменте это еще раз. Ну, сейчас он позвал собаку по команде ко мне жестом. Вот, это еще раз говорит о том, что... Поэтому им все любопытно сидеть. В принципе, хаски элементарно дрессируемые собаки, просто нужно их понимать. Я еще раз хочу повториться и сказать о том, что хаски — это практически волки, это очень близкие собаки к волкам, то есть первое, что нужно помнить, они свободолюбивые точно так же, как и волки, поэтому в данном случае просто знаний по кинологии не совсем хватает, скажем так, общаясь с этими собаками. Ну, я бы так это выразил. Почему? Потому что собаки не глупые, как многие говорят, что они там бестолковые и тому подобное. Они толковые и очень даже толковые. Просто у людей не у всех ума хватает, к сожалению, понять этих собак и наладить с ними общение. А так это, ну, отличные друзья. И сейчас мы выйдем на прогулку. С нами на природу отправляется всем вам знакомая Татьяна. Без нее вообще никуда. Вот. И сейчас мы возьмем Хасявочку и пойдем на прогулку. Вот таким вот образом сегодня попробуем провести отличный солнечный день. Ну, как-то так. Вот, а вдали вот там вот уже Алексей ждет со своими друзьями. Сейчас будем пробовать знакомить их. Я думаю, Лёд, я думаю, сейчас нужно просто пойти по дороге, чтобы они как бы по дороге подружились. Пойдемте, Тань. Сейчас у Хасявочки дела как бы налаживаются. Она очень хорошо, активно начала есть. Вот. Прекрасно себя чувствует. Она уже знает, что ее берут на прогулку. Вот. И начала себя более-менее уверенно как-то в жизни чувствовать. Все, сейчас. Попробуйте выровняться, да. Вот так идите, они по дороге привыкли. Наши друзья вместе шуруют по дороге на поле, вот, где мы сейчас будем гулять все вместе. И по дороге постараемся их познакомить между собой. Сейчас Алексей с Хасявочкой знакомится. Вот. То есть все идет по плану. Вдали нас поджидает уже деревенская собака. Вот. Это нам туда нужно с ними дойти. Вот, сейчас Татьяна и Алексей идут по дороге. С ними собаки. Вот. А в деревне на краю стоит лазутчик, который сообщает другим собакам о приближении нашей компании. Вот. Я побежал.
Сявочка очень радуется и волнуется, конечно, такая поддержка. Но она повеселела однозначно, то есть. И сейчас мы посмотрим, как она будет перенимать законы стаи. Все-таки они по породе быстрее друг с другом договорятся. Косявочка еще не очень хорошо умеет ходить на поводке, но я думаю, это поправимо. Сейчас Алексей отпустил на, как говорится, вольные хлеба своих девчонок. Солнце не дает мне их вообще увидеть, где они там носятся. Вот. Ну, в общем, сейчас хосявочка идет пристегнутая на поводке, а вот они несутся, разбойницы. Вот Алексей сейчас отпустил вольно своих двух собачек. Хосявочка пока на поводке. Посмотрим за ее дальнейшим поведением, и тогда мы сможем сейчас решить, отпустить ее или нет. Ну, пока знакомиться, то есть, чтобы не было проблем. Вот, это... Этот момент сейчас нужно выяснить, чтобы проблем не было. Вы видите, Алексей дает команды, собаки его слушаются. Вот, и в принципе ведут себя вполне адекватно. Я скажу так. Ну, то есть очень, даже очень. Сейчас Татьяна отпустит хосявочку, и мы попробуем. Попробуем, да. Сейчас Татьяна отпускает хосявочку. Я думаю, у нас все. Все, зайка, гуляй. Молодец, умница, хорошо, гуляй. У нас хватит ума сладить с хаски. То есть она дружелюбная. Вот, подбежала другая собачка. Сейчас общение. Вот, мы просто сегодня впервые отпускаем ее на прогулку. И это немаловажная сейчас деталь на самом деле. Потому что, как бы... Хаски все-таки свободолюбивые собаки, и так просто, не зная собаку, лучше этого не делать. Но мы как соображаем кое-что в них, имеем возможность себе позволить это сделать. Вот, и дальше мы выходим в поля, именно на прогулку. Сейчас вы видите игру. Хосявочка играет с хаски, бегает. Вот она за людьми пошла, за Лешей, за Алексеем побежала в поле. Ну, вот, в общем, вот. С Татьяной, с людьми, то есть нормальный контакт к людям, к собакам, все отлично. Вот это очень важный момент, и мы на самом деле очень благодарны Алексею. Это единственный, можно так сказать, породник, который приехал и поддержал хосявочку в трудную минуту, то есть выделил время, взял своих собак и дал возможность хосявочке почувствовать себя нужной и, ну, объяснить ей, что в жизни просто бывают черные полосы, но они обязательно сменяются белыми. Поэтому сейчас вы можете наблюдать, как у хосявочки налаживается жизнь. Фактически отличная собака. Остается найти хороший дом, хорошего друга, хозяина. Вот. Ну, сами видите, что происходит. Вот так вот хосявочки и Хася носятся. То есть подружились ребята конкретно. Хосявочка, иди ко мне, хосявочка. На. Хосявочка, иди ко мне. Иди скорее, зайка, сюда, иди, умница. Вот так. Леха, покажи-ка ее счастливые голубые глаза. Ну-ка, покажи глаза. А эти умница.
Настоящая хаська. И малонинская, потому что маленькая. Вот. Да, Леха? Да. Все. Но мы так определили на прогулке, что это ямало-ненецкий вариант. Все. Давай еще раз. Как папа ругается. Молодец. Как папа ругается. Как папа ругается. Дружная компания. Гуляй. Вася, ну где рядом? Вася, рядом. Сей говорит, что голубые глаза — это к счастью. Вот. Сейчас мы посмотрим. Ну, насколько я знаю, у одной из твоих собак, Алексей, один глаз голубой, другой карий, да? Ну, то есть это о чем говорит, как вы думаете? Два раза счастье. То есть дважды счастье. Сейчас позвать Хосявочку, как она, побежит или нет. Сейчас я с той стороны встану от солнца. Сейчас, погоди. Катя, 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 ко мне. Так, бандиты помешали. Зови, зови ее, зови. Ну, она отлично слушается, великолепно понимает, что от нее требуется. То есть можно сказать, что... То есть можно сказать, что Хосявочка сейчас ищет дом. То есть отличная, хорошая собака, которая просто требуется внимания, общения. Она красавица, немножко прочесать ее. И в принципе вполне адекватное счастье, можно так сказать. Ну прекрасно, с голубыми глазами, обратите внимание, с голубыми глазами. Кому нужно счастье? С голубыми глазами.